Один из важных вопросов для старшеклассников – выбор профессии. Чтобы помочь определиться, учебные заведения проводят дни открытых дверей. В этот раз он состоялся в Люберецком техникуме имени Гагарина. Анастасия Кладинова продолжит. День открытых дверей – событие, где выпускники школ могут познакомиться с учебным заведением и ненадолго почувствовать себя студентами. Будущие абитуриенты узнают о специальностях, которые могут освоить в техникуме. Мы знакомим наших потенциальных абитуриентов с техникумом, с историей техникума, с направлением подготовки, которые будем реализовывать в 2024 году. Мы реализуем 28 направлений подготовки, которые делятся на профессии и специальности. Диплом выдаем о среднем профессиональном образовании. Повар-кондитер, техник по обслуживанию авиационного оборудования, оператор беспилотных летательных аппаратов, программист и многие другие направления. Во время экскурсии абитуриенты посетили мастер-классы, где смогли задать вопросы. Ну, я сейчас учусь в 9 классе и рассматриваю варианты уйти после 9. Я планирую пойти на инженера и обслуживание летательных аппаратов. Ну, меня заинтересовал этот колледж, и я думаю, что если будет возможность, то я поступлю. Это очень хороший техникум. Здесь очень хорошие учителя, очень хорошо все преподают, здесь очень интересно. Здесь есть все, что вам нужно. По любой специальности у вас будет практика. Прием документов начнется 20 июня и продлится до 15 августа. Правила поступления можно узнать на официальном сайте техникума. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.